1981 году Шарипов окончил 10 классов средней школы в городе Узген. В 82-м поступил в Индижанское профессионально-техническое училище. Срочную службу проходил в авиачасти Приморского края, где обслуживал и готовил к вылетам боевые машины. В 87-м Салижан Шарипов окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков с дипломом летчика-инженера. 24 апреля 92-го зачислен в отряд космонавтов. Впервые в космос Салижан Шарипов отправился 23 января 98-го на борту американского шаттла «Индевор» специалистом полета. Основная задача экипажа – стыковка с орбитальной станцией «Мир» и работа на борту. Экипаж успешно выполнил программу полета, и через 9 суток 31 января 1988-го благополучно вернулся на Землю. Второй полет на орбиту Шарипов выполнил с 14 октября 2004 года по 25 апреля 2005 бортинженером МКС и командиром корабля «Союз ТМА-5» вместе с астронавтом НАСА Лерой Чиао. Во время полета Шарипов выполнил 2 выхода в открытый космос общей продолжительностью 10 часов. Во время второго выхода Шарипов запустил «Нано-спутник». Питание нормальное сейчас организовано? Питание очень хорошо. Слишком много. Мы оставим, наверное, половину нашего рациона следующим экипажам, чтобы они тоже не голодали вначале. Да, чтобы они на вас не обижались, оставьте что-нибудь. Да, да. Очень много. Спасибо. Ну, передай самые добрые пожелания Лерою Чао. Спасибо, обязательно. До свидания. Всего хорошего. 25 апреля 2005-го космонавт благополучно вернулся на Землю. Все, конец связи. Счастливо. Спасибо. Выдал работу и отвод выдал. Плюс X. Дальше. Так. Что-то мигание картинки у нас чуть-чуть восстанавливается. Июля 2008-го отчислен из отряда космонавтов по медицинским показателям. Представлял Российский центр подготовки космонавтов в космическом центре имени Линдона Джонсона. Герой России и Республики Киргизии, летчик-космонавт Салижан Шарипов, обладатель медали за заслуги в освоении космоса, медали «Российско-киргизская дружба» и 2 медалей Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, Салижан Шакирович удостоен медали НАСА за космический полет. Увлекается футболом.